В противоположность субботней солнечной погоде со слабым ветром в воскресенье на акваторию пришли ветер и дождь. Первые гонки регаты состоялись. Спортсмены классов RSX 49, 49 FX и NACRA-17 прошли по три гонки. Гонщики 470, лазер, лазер радиал и фин по две. Борьба велась при нестабильном ветре силой от 4 до 20 узлов, хорошей морской волне, сильном дожде и выносном течении. Не обошлось без многократных корректировок дистанции и стартовых створов. Под конец гоночного дня ветер начал утихать, из-за чего третья гонка на зеленой дистанции была прекращена.